На конкурс? На конкурс. Дети? Дети читают стихи. Антон Куполков, 6 лет половины. Автор? Автор. Родился в школе родную хату. Сбороди со шкры родную хату, сгубили всю его семью. Куда ж теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе, на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле, травой заросший бугорок. Стоит солдат и словно комья, застряли в горле у него. Сказал солдат старичке Просковья, героям мужа своего: готов для гостя угощение, накрывай в избе широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения, к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только тихий темный летний ветер траву могильную качал.